Привет! Сегодня я расскажу быстро об удивительном методе отбеливания белого любого белья. Это могут быть простыни, это могут быть белые футболки, это могут быть блузки, что-то еще. В общем, вы обязательно попробуйте отличный метод. Многие просто не любят по каким-то причинам, по ихним причинам, различные отбеливающие синтетические средства. И есть отличный метод, как добиться того, чтобы белое средство было белое, а не серое. Потому что со временем любые абсолютно ткани, где-то там через год, через два у кого-то, они начинают сереть. Итак, это сухие дрожжи. Просто берем наши любые светлые вещи, засыпаем их, закладываем их в нашу прекрасную машинку. И в машинку просто добавляем сухие дрожжи, один пакетик. В принципе, если вы, например, стираете много постельного белья, можно поэкспериментировать. Но я больше одного пакетика дрожжей не сыпал. Просто обычно стираем, как вы стираете. Просто добавляем пакетик сухих дрожжей. Попробуйте, и кто не забудет, отпишитесь, помогает ли вам данное уникальное, прекрасное средство отбеливать белое белье. Вот такой отличный рецептик для вас я сегодня и подготовил. Если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня. Поставьте пальчик вверх, поделитесь с друзьями полезными видео. Напишите мне маленький комментарий, даже просто слово спасибо. Это будет мне очень приятно. Будьте здоровы и до новых встреч!